этой массивной железной дверью сейчас находится отдел реставрации научной библиотеки Томского государственного университета. А еще лет 30 назад здесь не было никаких табличек, и вход сюда был строго ограничен. Даже не во всех внутренних документах научки значился читальный зал номер 10. Студентов сюда вообще не пускали, а кандидаты и доктора наук могли попасть, лишь получив специальный допуск. Такая вот ирония судьбы. Сейчас здесь возвращают к жизни старые книги, а в советские годы здесь размещалась, ну, можно сказать, тюрьма для книг, так называемый спецхран. Запреты на выдачу читателям определенных книг в российских библиотеках существовали и до революции. Такой литературы было немного, сегодня мы называем ее экстремистской. Но вот с установлением советской власти ударила тяжелая артиллерия. Во-первых, под запрет попали все издания проигравших партий – эсеры, меньшевики, анархисты-монархисты. Библиотеки вычищали от их книг, брошюр, газет и журналов. В этом же списке была вся религиозная и богословская литература. И, естественно, книги тех авторов, кто эмигрировал из страны победившего пролетариата. А уж тем более, если он оказывал сопротивление установлению советской власти. И неважно, научные это труды или художественные. К нам присылали сюда документы, списки из глав ЛИТО. На основании этих документов происходил отсмотр генерального служебного каталога. И если находилась та или иная литература, то ее изымали из общего ряда. Карточка убиралась из общего каталога и ставилась в отдельную картотеку, картотеку спецфонда. Было выделено отдельное помещение, где хранился этот фонд, отдельное помещение, где сидел ответственный человек, и в этом же помещении располагался читальный зал. В 20-е годы чистки в библиотеках проводились по всей стране, как, впрочем, и в архивах, и в музеях. Главлит, главный цензурный орган Советского Союза, безостановочно рассылал на места списки литературы, которую необходимо срочно изъять из общего доступа. Спецхраны существовали в каждой библиотеке, даже в школьной. Плюс партийные органы на местах старались не терять бдительность. Инициативу проявляли и библиотекари. Кое-где читателей лишили возможности читать «Пиковую даму» Пушкина, не повезло и Робинзону Крузо. В общем, к середине 30-х годов в стране, активно борющейся с неграмотностью, книг становилось все меньше и меньше. В 1936 году партия, наконец, решила урегулировать ситуацию со спецхранами. Во-первых, изъятие каждой книги или журнала отныне проводилось только решением аппарата ЦК ВКПБ. Во-вторых, было определено количество самих спецхранов. Кроме высших партийных и правительственных учреждений, они официально, но очень тихо, были созданы всего в 50 городах Советского Союза. Один из них здесь, в крупнейшем книгохранилище Сибири. Спецхран в научной библиотеке Томского государственного университета начал работать в 1937 году. Централизованные спецхраны все другие учреждения должны были передать по два экземпляра прежде уже изъятых книг. Все остальное нужно было уничтожить, попросту сжечь. Костры из книг полыхали по всему Советскому Союзу. Ну а в томскую научку пришел первый приказ – запретить выдавать материалы, связанные с именами Троцкого, Каменева, Зиновьева и их приспешников. Изымалась литература вот после 1937 года, в основном общественно-политическая, портреты различных общественных деятелей,
сотрудников закрытых институтов, репрессированных ученых, а также карты, могли быть какие-то статьи из журналов. И рассылались на места, то есть в те библиотеки, где имели спецхраны, специальные вот сводные списки книг, подлежащих к исключению из библиотек и книжной торговой сети. Они рассылались индивидуально, то есть каждый экземпляр имел свой порядковый номер, на основании которого можно узнать, в какую библиотеку этот список попал. Вот по нашей просьбе главный библиотекарь отдела основного фонда собрала несколько книг, прежде упрятанных в спецхран, то, что гражданам Советского Союза читать было запрещено. Что из этого, вот смотрите, Пушкин, и это тоже спецхран? Да. Тематика совершенно лояльная власти, и ничего здесь крамольного нет, творчество Гоголя. Он же наше все. Все дело в авторах, которые были репрессированы. А-а-а. В авторах, в составителях. И уже за это, вот это учебник для рабфака, да, ничего в нем нет крамольного. Понятно. Но эти книги во многом разделили судьбу своих авторов. Они, конечно, их пережили, поскольку авторы многие были расстреляны. Многие имена здесь вот известные, ну, как вот Исаак Бабель. «Кунармия Бабеля», «Зощенко», «Голубая книга». Это же сегодня все в общем, да, доступе. «Кожевников». А «Кожевников» – это же вообще классик советской литературы. 49-го года и до конца своей жизни был главным редактором журнала «Знамя». Угу. Но вот этот роман его почему-то попал, видимо, за содержание. Хотя впоследствии «Кожевников», кстати, он томич, родился, да, в селе Тогур, до 25-го года жил в Томске. И впоследствии написал свой знаменитый роман о чекистах и разведчиках «Щит и меч». Но вот этот роман побывал в Опале. А вот тут, простите, вижу фамилия Куйбышев. Куйбышев. Это младший брат Валериана Владимировича Куйбышева. Но вина его, видимо, была только в том, что он учился на одном курсе вместе с Тухачевским. И был приплетен к этому делу и расстрелян, несмотря на заслуги брата. А еще помните лозунг страны победившего социализма – «Религия – опиум для народа». Потому и Библия, и Коран, и Тора, и другая религиозная и богословская литература, изданная еще до революции, запиралась за стальными дверьми спецхрана. Да и дома хранить такие книги было опасно. Мне необходимо было найти вполне определенный отрывок текста Библии во вполне определенном издании. Это издание находилось в спецхране, мне потребовалось специальное разрешение, и, собственно, я там работала всего один раз. Это была небольшая комната в старом здании научной библиотеки. Я не могу сказать, что я заметила какую-то, так скажем, специфичную атмосферу этого читального зала, ну, может быть, в силу возраста я не обратила на это внимания, и, может быть, в силу того, что у меня была вполне конкретная задача, я пришла и ее выполнила, и, как говорится, на этом завершила свою работу. Вот. Но сам факт того, что необходимо куда-то идти со специальным разрешением, он, ну, оказал, так скажем, определенное влияние. Это было уже позднее советское время, поэтому я это воспринимала как, ну, некоторое приключение, скажем так. Там библиотекарь не выходила вообще. То есть она выдала мне книжку, столы находились рядом, и да, все время, пока я работала, библиотекарь присутствовала рядом. Попасть в крошечный читальный зал спецхрана было непросто. Ученым и исследователям предстояло доказать, что для их научной работы действительно требуется хранящаяся там книга. Но прежде они каким-то образом должны были узнать, что такая книга вообще существует. Ведь к каталогам спецхрана не допускался никто. Так и стояли там, на секретных полках, мало кому известные научные труды по истории, философии, геологии, медицине, генетике, кибернетике. У меня в руках книга
который вообще-то не существует. Это четвертый том советской сибирской энциклопедии. Первые три вышли с 29 по 32 год. Предполагалось, что томов будет 6. Но вот к началу сдачи в печать этого четвертого тома в Советском Союзе развернулась полномасштабная кампания по разоблачению врагов народа. В авторском коллективе энциклопедии, а туда входили ведущие ученые и политики Сибири, Дальнего Востока, Москвы, Ленинграда, почти 450 человек, была разоблачена некая мифическая повстанческая организация. Почти всех ведущих редакторов арестовали. Статьи, подготовленные ими, переписывались. Имена всех репрессированных вымарывали. В 1937 году напечатали 20 экземпляров этого тома. Рабочий вариант, без статей, касающихся политики, чтобы представить на согласование в Москве. Там высокая партийная цензура выпуск полного тиража запретила, как и всю дальнейшую работу над советской сибирской энциклопедией. А вышедшие два десятка экземпляров упрятали по спецхранам страны. В конце 80-х годов, в эпоху гласности, родилась фраза «Россия – страна с непредсказуемым прошлым». Тогда постепенно начали возвращаться к читателям книги, прежде скрываемые коммунистическими цензорами. Люди стали узнавать правду и о своей стране, и о тех, кто ее создавал и ею руководил, реабилитировали имена большого количества ученых и писателей. Процесс возвращения из спецхрана в общий доступ книг в научной библиотеке ТГУ растянулся на несколько лет. Так много документов скопилось в здешней тайной комнате. Точные цифры я не могу сказать, но если основываться на сохранившихся инвентарных книгах спецфонда научной библиотеки, то их было где-то чуть более 30 тысяч. Но тогда люди всего этого были лишены. Лишены возможности читать. Некоторые имена даже не знали. Да, писателей. Читать, знать правду. Вот на ваш взгляд. Многостороннюю. Вот оправдано? Нет, это не оправдано ни при каких условиях. Потому что история, она развивается независимо от политических веяний. И правда, всегда есть правда.